что, дорогие гости, я очень рада всех вас приветствовать на берегу нашего замечательного Черного моря. Все вы сегодня станете свидетелем радостного события рождения новой молодой семьи. Такие счастливые стоят перед вами, и сердце у них захватывает дух. Они нашли друг друга. Осенним днем повстречались два человека, Елена и Сергей, и уже тогда почувствовали, что им нельзя жить друг без друга. По ночам считать на небе звезды, по утрам встречать зарю красную. Как бальзам глотать морозный воздух, каждой клеткой чувствовать весну, с головой нырнуть в осенний ливень, услыхать, как летний гром гремит. Ты живешь, а значит, ты счастливый. Жизнь, она прекрасна, как ни говори.